Ну, наконец дождался я своей посылки. Шла она с января, по-моему, месяца. Сейчас уже апрель. Наконец-то я дождался. Это у нас переходник для ноутбуков. В данном случае, в моем случае, ноутбук Lenovo. Переходник у нас получается для вот таких вот дисков. Вот. То есть это вот так вот вставляется в диск. А вот это вставляется у нас в плату ноутбука. То есть этот элемент позволяет в разъеме сети привода подключить у нас дополнительный винчестер. В данном случае SSD-диск. В набор входит как сама плата, также отверточка, обычная для разборки мобильных телефонов и тому подобное. И набор крепежа, всякие болтики разного размера. Сейчас попробуем проверить название микросхемы. Сама плата прям невесомая, маленькая, сантиметров 10, наверное, на 2. Установка переходника в заглушку происходит следующим образом. Вставляем в пазы. Вот. Один паз кругленький. Здесь второй паз. Она садится очень туго. Вот. Дальше берем диск. Так, и вставляем его в салазочки и аккуратненько задвигаем. Вот и все. Защелки встали на место. Диск сидит плотно. Осталось его здесь закрепить винтиками вот этими. Потом разберусь, куда и что. В принципе, он уже держится достаточно хорошо. Чуть-чуть побалтывается, но это не критично. Здесь вот он, если прикрутить его, то вот этот плат вообще никуда не денется. Можно вставлять и пользоваться. Все, всем пока.